Друзья, всем привет, с вами Саша Генель и Гоша Грипс. Проект первой варки пивоварни Bear Brew. Что мы сегодня пробуем, Саша? Мы пробуем мамонта. А почему мы так по-дурацки одеты? Потому что идет финал конференции Кубка Гагарина, и мы не можем остаться в стороне. И в данную секунду мы просто косимся немножко на экран. 1-1 Локомотив СКА. Болеем за кого? Конечно же, за Локомотив. Локомотив! Не, мы просто вздернули нашу городскую команду Витязь, и мы не можем остаться в стороне, да? Да. Ну и нам хочется попить пиво, снять видео, и поэтому... И посмотреть финал КХЛ. Да, тут все. Сейчас будет вот так вот. Давай попробуем. Что за пиво пьем? Это у нас Мамонт, двойной шоколадный молочный стаут. От пивоварни? От пивоварни, что, 1 тонна? 1 тонна, я ни разу не пил пиво от 1 тонны. Нет, я пил что-то похоже. Ну, я пил что-то от 1 тонны. Похоже, это, конечно, нет. Приходится идти на какие-то вот... Ухищрения. Ухищрения постоянно. Ох ты, сейчас мне прольешь это все. Я тебя убью. Никто никого. Сегодня никто никого не убьет. Ни один кролик в видео не пострадал. Откуда здесь взялся кролик? Да черт его знает. Видишь, пена какая? 1 тонна, да? Да. Мамонт. Так называется мамонт? Мамонт. Чай нет, кофе нет, кока. Шоколад. Шоколад ли это? Не знаю. Спасибо, спасибо, солнышко. Ну, пускай это будет какао, все. Да, больше вкусно, похоже на, да, какао, чем на что-то еще. Запах Несквик, да? Похоже на то, что я себе в детстве, да, такое-то не разводил, я просто ложками это все ел. Ничего себе, ты гигант. В сухом виде. А здесь вот в пиве. Может, секрет твоего роста? Да. Я потому что так не делал, и вот результат. Подсказочка. Секрет роста. Подсказочка. Запах Несквика и как бы и ничего более. Да, перебивает все абсолютно, вообще. Да. И даже в алкоголь, даже алкоголь перебивает. Не думаю, да, алкоголь. О, сейчас драка. Ну, в общем, что, не будем. Будем отвлекаться. Будем отвлекаться. Я сейчас знаю, будем. Вкусно. Все бы ничего. Мне не очень нравится вот кислинка, которая там появляется. Нет. Нет, оно прикольное пиво, базара нет, оно отличное. Но если бы они его смягчили, если бы, может быть, за счет карбонизации какая-то фигня получилась. Ну, он резкий такой, оп, резко грубый такой, но, тем не менее, очень насыщенный, вот, и такой прикольный. Ну, его любят, насколько я знаю, люди. Мне все равно, любят люди его или нет, я исхожу из того, что нравится мне это пиво или нет. Ну, мне нравится. Оно неплохое, но рисковато. Если бы вот то, что нам сулит запах, а запах сулит такие глубокие какао-ноты, и если бы в глотке он вот эта кислинка бы вообще не вылезла, пускай они бы ее сладостью заменили, было бы вообще просто бомбически. Я никакой кислинки не чувствую. Я не чувствую никакой кислинки. Оно углекислое. Я никакой кислоты не чувствую. Чувствую сладость, чувствую горечь, чувствую жжёнку, чувствую кофе, все чувствую. Кофе ты там чувствуешь? Да, кислинки никакой не чувствую. Что за стиль, Саша? Там написано двойной шоколадный молочный стаут. Ну, молочка, может быть, кислинка, может, ты как бы... Да. У меня прививка, думаешь? Чувствителен. Я ничего, оп, не чувствую ничего такого. Оно офигенно. Локомотив борется. Ребята, давайте, выводите из зоны. Молодчины, просто красавцы. Подольск с вами. Ну и больше нечего нам об этом пиве сказать. Собственно, Саша, оно зашло 100 из 100, мне оно в половину, наверное, да? Мне очень хорошее пиво. Потому что, нет, у меня есть к нему некоторые претензии, при том, что я как головой становлю, что пиво на самом деле очень хорошее. Ну, не по мне просто. Знаешь, на что похоже? Давай. Андрюха пьет кофе. Наши зрители знают, кто такой Андрюха? Андрюха, неважно.
некто, дед. Дед. Дед пьет кофе из автомата, и он пьет все какое-то американо. Американо и, вот. Сейчас скажу, что он пьет. Нет, он макачино пьет. Макачино. Mm-hmm. И очень похоже на макачино. По запаху вообще прям один в один. Вот привет. Мы говорили о том, что пахнет несквиком, и ты говоришь про то, что сейчас макачино. Ну, нет, нет. Какао и кофе путь не прям надо, вот, прям Саш, не надо. Не бери грех на душу. Не знаю. Это какао. Прям вот. Пахнет, рядом пахнет, не стоял. Пахнет. Я пахнет. Знаю, чем пахнет. Последнюю неделю у нас кофе не работал, работал только какао. Андрюха брал какао. Они сами написали, кофе нет. Александр, говорят, как бы, кофе нет, чая нет. Есть только какао. Не знаю, я говорю, пахнет что, вот макачино, вот это все фигней, и все очень круто. О, гобл, нет? Нет. Хотелось бы. С вами были Саша Гендаль и Гоша Грипс. Проект «Первая варка пивоварни BR Brew». Вы смотрели обзор ЧБ. Лаконично, коротко, по возможности, с кроликом и в шарфах «Витязь» от нашего канала вам. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в группу ВКонтакте, ставьте лайки везде, где только можно. Инстаграм, Фейсбук, все для вас. Пейте вкусное в меру. Всем пока. Пока.